Серхио Гарсия. Здесь нет никакого намека на подковерные игры игроки Лукаса Алькараса. Нелегко пока испаньолу. С мячом на левом фланге Серхио Гарсия, конечно, будет обыгрывать по штрафную площадь. Не дают Филиппа Кайседо пробить. А вот его партнеру это сделать удается. Добивание, если нет офсайда, то 1-0. Лукас Васкес выводит Эспаньол вперед на 18-й минуте. На его счету. Итак, еще раз. Серхио Гарсия обыграл в итоге Ивана Лопеса. Прострелил штрафную. До мяча добрался Винтра. Дальше не самый удачный вынос Симао. Удары за пределы штрафной. И, конечно, не было положения вне игры. Лукас Васкес выбегал из толпы. На этом фоне он выделялся. И без каких-либо проблем мяч в сетку ворот соперника вогнал. С близкого расстояния в момент, когда Диего Мариньо на прошлый стандарт в штрафную пришли 5 человек. Сейчас то же самое. Подача. Удар по воротам. 1-1. Симао. Встречайте. И всего 5 игроков Леванта в чужой штрафной площади. А вот режиссер трансляции обращает наше внимание на то, что углового-то здесь по-хорошему не было. Потому что мяч ушел от Давида Барраля. Ну и в итоге Симао переигрывает Хаби Лопеса. И отправляет мяч в свободный угол. Ворот Кико Кассири. 1-1. Серхио Гарсия. Проходит передача. Кайседо. 2-1. 2-1. Кайседо посмотрел на ассистента главного арбитра. Тот флажок не поднимает. И гол засчитан. Вот так на последних секунда компенсированного к первому тайму времени. Эспаньол выходит вперед. Удар Филиппа Кайседо. Смотрим еще раз. Серхио Гарсия по штрафную. Дальше партнер подхватил. Еще одна передача. Я тут не пойму, специально или случайно сделал ее Альварес. У меня такое ощущение, что он себе мяч пробрасывал на ход. Но его подобрал Кайседо. И первым касанием как дал Ван Фран. Заброс штрафную. Борьба. Вот и момент. 2-2. А ну-ка все назад. Занимайте свои места. О чем мы только что говорили. 2-2. Леванте. Туда, в штрафную соперника. И вот Лука Лучи обыгрывает Эктора Морено. Скидка. И вот Виктор Каседусус. Недавно вышел в замену нападающий. Здесь, кстати говоря, сработал и тренерский ход. Потому что смотрите, сколько игроков Леванте штрафной. И потеряли Каседусуса. Вы смотрите, на повторах очень хорошо видно.